Ехал я сегодня на работу и, проезжая мимо одного из дворов, налетел на псину. Псина выскочила из ворот открытых. Я не успел увернуться и протаранил ее. Не знаю, какое именно часть тела собаки сюда попала, но хрустнуло конкретно. К сожалению, я не мог останавливаться, потому что нужно было ехать на работу. Так что теперь нужно будет проводить ремонт. На ходовые качества это не влияет, но выглядит плохо. То есть оно смяло вот это все. Так что буду показывать, как проходит ремонт.